Как обновить Microsoft Edge браузер? Windows 11. Если у вас включены автоматические обновления системы, то Microsoft Edge автоматически обновляется, без участия пользователя. Но если не происходит обновление браузера, откройте Microsoft Edge, перейдите три точки. Справка и отзывы о программе Microsoft Edge. Происходит проверка обновления, обновление браузера. Microsoft Edge не требует обновления. Значит, у меня установлена самая последняя версия. Если у вас вдруг включены лимитные подключения, то переведите этот ползунок вправо, чтобы можно было скачивать через лимитные подключения. Если браузер обновится, закройте этот браузер и заново запустите. Применилась свежая версия. На всякий случай отключите лимитные подключения. Откройте правой клавишей мыши на сети, параметры сети интернета. У меня подключение по Wi-Fi, выбираю Wi-Fi. Свойства беспроводной сети. Лимитные подключения выключите, переведите ползунок влево. Вернитесь назад и проверьте подключение по кабелю Ethernet. Лимитное подключение отключено. И повторно запустите браузер и проверьте наличие свежей версии. Откройте поиск. Напишите службы. Откройте службы. В этом списке найдите Microsoft Edge Update Service. Двойной клик. И проверьте, чтобы тип запуска был автоматический. И запустите данную службу, если остановлена. И запустите вторую службу. Проверьте вторую службу. То же самое Edge Update Service. Вручную поставьте автоматический и запустите. Если вдруг служба не запускается, то спуститесь в самый низ. Найдите центр обновления Windows. Эта служба отключена. Нужно его включить. Двойной клик. Тип запуска автоматический. Применить. Теперь запустите эту службу. Обновление системы включено и повторно запустите Microsoft Edge Update Service. Можете в левой панели запустить, либо правый клик «Запустить». Операционная система Windows 11 постоянно обновляется. Проверьте центр обновления системы и установите все свежие версии обновления. Откройте пуск, параметры, центр обновления Windows, проверить наличие обновления. Иногда ожидающие обновления Windows могут мешать процессу обновления Microsoft Edge, поэтому если будет найдено обновление, установите все обновления. Правой клавишей мыши на панели задач, меню «Пуск». В контекстном меню «Установленные приложения». В поиск приложения напишите «Edge». Microsoft Edge. Три точки. Изменить. И выберите «Восстановить». Repair. Автоматически браузер был запущен. Закрываем браузер. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки запустите повторно браузер, три точки, справки и отзывы о программе Microsoft Edge и проверьте наличие обновления. Edge, три точки. Параметры. В левой панели найдите «Сбросить настройки». Восстановить стандартные настройки. Сбросить. Настройки сброшены. Закройте браузер и заново его откройте. И проверьте наличие обновления. Откройте этот компьютер. Локальный диск C. Пользователи. Учетная запись. Просмотреть. Показать. Скрытые элементы. AppData папка. Local. Microsoft. Edge. User Data. Папка Default. Правый клик мыши. Удалить. Повторить. Можно удалить вручную. Пропустить. И заново проверьте обновление Edge.